Так. И вы по очереди, как шашлык. Шашлык жарили? Да. Значит, просто шампур держите и крутите его. Только перед этим мне... А ты жарил? Нет. А тебя жарили? Да. Одобряем. Ну так, блядь, давай врубим что сами. Ты уверен, что здесь... Какой сами? Ты уверен, что здесь можно что-то делать без человека с бородой? Да, чувак, смотри. Ты уверен вообще? Да. Бля, надо как-то горячий сделать. Знаешь, когда инструмент вот такого темно-зеленого цвета, я бы просто так руки не совал под него. А сколько градусов-то, бля, ладно. Ну, объектив уже запотел. Блядь. Ты смотри, там как накалилось, ты видишь? А ты со знанием дела, да, это все? Да, походу, да. Так, мужики, стой, ну куда ты греешь? Ну, блин, мы не просунули еще резинку. Кого? Давай просунем. Без резинки нельзя. Без резинки нельзя, так можно без резинки, но на твоем усмотрении уже. Погоди. Как без резинки, блядь? Да, можно резинки. Без резинки, но за риски мы не отвечаем. У вас две резинки, каждый берите по одной резинке. Давай. И сейчас нам надо порезать трубки. Сейчас я найду только резак. А не надо запихивать, да, пока? Пока нет. Это тот случай, когда резинку запихиваешь, а не натягиваешь. Фу, воняет, да? Чего зря я начал бдеть? Ты зря начал, да? Так, смотрите, смотри, значит, вот в этом месте чище стало, видишь? Каждый берите по одной трубке вот такой. Так, ну-ка, давай. Что это? Это тесак. Тесак сидел же. А я думал, сидит. Да, закрыли. Тесак сидит же. Так. Ну, это вышедший тесак. И отрежьте вот такой кусок примерно каждый. Что значит примерно? Ну вот, вот до сюда. Ай, блядь! Вот так? Да. Только открути и раскрути ее. Да. Так. Так. И просовывайте между ними. Или как? Подожди. А, вот так, вот так. Да, да. Вот так. Вот столько? Да, 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 да. И засовываю. Да, закручиваю обратно. Закручиваю. Все, теперь вот ты. Смотри. Теперь прокручивай трубку. Давай я покажу тебе, как. А как ее прокручивать, если она не держит? А ты даже очень жестко закрутил. Очень жестко? Ну, или... сильно не надо. Чуть-чуть. Подставил, да. Теперь крути трубку. Кручу. Теперь жестче крутани. Вот, еще раз крути. И то есть так вот, крутанул, оборот сделал, притянул. Какой незатейливый процесс. Ёбаный ты. Ёбаный ты дед. Вот, сейчас я еще один резак возьму, чтобы с вами резать. Смотри, как это увлекательно. А мне нравится, кстати, эта тема. Я так трубочку берем, сейчас прокручу. Бам-бам-бам-бам. Че такой пот? Понимаешь, она типа у тебя в руках прокручивается, эта трубочка. Не, у меня все нормально. Ты слишком сильно затянул просто. Так я и быстрее откручу. Не-не, там по чуть-чуть. Мы с тобой как прям Бахметьев и Кизяков. Ну, тут муха летает уже, господи. Да. Кизяков, если бы он еще знал, кто это такие. Главное, что мы так, с тобой знаем. Давайте реакцию. Изольда. Изольда. Нормально. Все нормально? Ты уже я сделал, да. Да похуй, типа, ломай ее. Ты уверен? А ты, блядь, как-то потихонечку. Не. Вот. Да я потому что аккуратно, это же твой компьютер, я не могу тебе испортить все. Так это не, там еще пиздец, смотри, сколько трубок. Смотри, ну. Можем все тут вообще перерезать. А, все, вот теперь прошла, насквозь. Хоба! Вот так лучше не делать, потому что потом на ней царапины остаются. А, ты, прости. Ты штраф, штраф. Прости, все. Штраф, все. Штраф. Штраф, стаканчик пива. Штраф, так, кто штрафует, тот раздевает. Так я буду ронять каждый раз эти трубочки. Лося штраф. Так, теперь у нас, смотрите, по кусочку есть. Так. А продевать эти резиночки. Давай. Но прежде чем их продеть, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Давайте немного разграбим. Разграбим? Разграбим. И поставим. Как раз там статью про Ельцина читал. Да? Угу. Там есть? Царство это... небесное. Это в Speed.info? Да. Это в Комсомольской правде уже. Speed.info, кроме сиськи, я особо ничего не нашел. Блять. Там больше ничего и нет. Нет, ну куда мне? Так надо было помочить, я видел, как ты это делаешь. Нет, надо было помочить резинку. А-а-а. Блядь, пиздец. Вов, ты сначала надо, понимаешь, мочить, сказать, палочку, чтобы потом резинка хорошо натягивалась. Наоборот же, неправильно. Сначала правильно смачиваем резинку. Да? Да, вот. Ну, ладно, мы все смочим, типа, чё, хуёво? Тут реально, тут все как в реальной жизни, ну чё вы? А, блядь! А, ты набрызгал на меня! Так, вот, чё красава, только не полностью, чтобы немного оставалось. Целиком надо мочить? Да, да, да. Все, хватит. Вот. Все, врубаем. Стой, подожди, чё? Подожди, подожди, давай, теперь ты делай. Просунули? О, еще, еще, еще. Еще, но не до конца. Теперь или включаем. До конца. Все, вот, хватит. Нормально, все. Знаешь, смотри, гнуть будем вот здесь вот. А я? Сейчас, ну ты тоже где-то сейчас будешь гнуть. Если мы гнем здесь, то тебе надо где-то нагревать вот такую площадь. Ага. То есть надо, ну давай, попробуй. Да похуй. Ты можешь сверху, рядом как-то. Тебе похуй, а людям жить с этим. Ты делаешь человеку воду. Пришел, вот я позвали срочно, никто не может делать воду, кроме тебя.
Бля, у меня просто в подъезде просто антивирус надо установить. Подъезда? Да, ну типа бабки в подъезде. А это твои висят объявления, типа? Бля, компьютерный мастер, да. Сломался ком, звони мне. Да. Труды устанавливаю. Домушник. Но фотография похожа, кстати. Фоторобот. Ты где фотографии вообще увидел компьютерных мастеров, которые оставляют? Там есть фотографии, да? И они все примерно похожи. Типичный портрет. Вот. Что-то около того. Смотри, самое главное здесь не пережарить трубку. И, ну, жарить до такого состояния, именно жарь, пока она не начнет деформироваться. А как понять, что уже можно? Да, ну, вот я тоже. Ты сейчас поймешь. Вот видишь, она уже немного начинает ходить. Тихо, 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 тихо. Еще грей. Еще грей. Нет, нет, еще нагревай, крути, крути. Еще рано. Так это я успею рыбку доесть. Нет, сейчас она уже почти. Ну ладно. И сгибай аккуратно, потому что если ты начнешь сильно сгибать, то пойдет очень сильная деформация. Все, еще, видишь, она не подается, не подается, еще крути. Крути. Блин, жарь точнее. А заметили, стрим был шумный такой, а Макс ушел, и все сразу как нормально стало. Причем самый тихий был, да? Ну это казалось. Он на самом деле всех подначивал. Вы думаете, ему почему петличку отдельно не дали? Потому что он бы здесь вообще орал бы весь стрим просто. Он домой ушел? Давно ли он ушел? Домой. А, домой? А ему есть куда идти домой? Тебя же, тебя же. Да. У меня ключи. Так, все, все. А 90 блин. Градусов сделаю, 90. 90. Бля. Стой, 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 держи его. А ты чувствуешь, что он 90? Я чувствую, что мне похуй вообще. Сделай, сделай. Нет, 90 сделай, сделай. Типа разговор. Бля, я хочу его сломать почему-то, я хочу сложить, типа наоборот. Нет, сделай 90, погоди, я сейчас хочу. Сломаю. Это у тебя какое-то психологическое влечение к разрушению. Делай, что хочешь с ним, давай. Я хотел просто член из этой трубки собрать, но ты сказал обрезать надо. И типа получился обрезанный. Все, взял предмет, хочу член. А. Бля, что из этого можно замутить, как думаешь? Если давай. Согнуть трубку? Да. Давай я тебе сделаю член с трубкой, если хочешь. Да, можешь? Из трубки член? Давай. Сейчас. Вон из него пипи. Кстати, это неплохо получилось. Теперь ее можешь остужать, так выровняй все углы, выровняй, чтобы они были параллельны. И остуди. Это, кстати, действительно неплохо. У тебя будет другой контур, вот подобный изгиб. Это очень круто получилось. Руки у тебя свободные. Теперь выровняй, выровняй вот эти две, чтобы они были параллельны друг другу. Посмотри. А есть какой-то инструмент, чтобы не на глаз делать? Есть, но он у него ограниченные возможности. То есть да учиться надо на глаз. Во, во, все, хватит. Ты своими руками это смастерил. Да, кузнец. Кузнечное дело. Своего счастья. Не, не, все, а может... как эту хуйню вытаскивать? Заебись. Дай посмотрю. С резинкой на тебя дела не клеились. Все. Принцип работы туалета, кстати. Вот тут какаете, смывается, и все говно, оно вот здесь остается, поэтому запах не дает. Либо здесь вода в этом горлышке. Я думал, у тебя дети младше 7 лет не смотрят. Да, блядь, так, смотрят, я типа фиксики, понял, 2-0. Выбери место, которое будешь гнуть. Вот это. Все, теперь нагревай, и от него 2 сантиметра вправо-влево. Вправо-влево не забывай делать. Не забываю, все. Так, а я сейчас принесу подлиннее резинку. Батя, смотри, что я сделал. Сам. Криво. Криво. Вов, ты нашпил, не пей, но пожалуйста. И член не идеально ровный. Что? Ваше пиво. Ну и жизнь не идеально ровная. Да? Жизнь прожить, не поле перейти. Немного стариковской мудрости в этот стрим. Почему бы и нет? Я тоже так. Смотри, оно у тебя типа деформируется? Ну, потихонечку, да. Легонца уже начинает бегать. А я тут тыкаю, происходит. Что происходит вообще за процесс? А где наш главный? Что ты там принес? А, ты член? Давай-ка хуячить друг друга по жопе этой штукой. О, пошло, пошло. Такие можно, да, стримы делать? Конечно, нет. Одобряем. Я всегда прислушиваюсь. Самое забавное, да, обычно все у дымохода ютубера, а тут дымоход у стримера.